Ребят, уже все разошлись практически. Практически уже вечер. Скоро будет закрытие. Я хочу вам показать, пока есть такая возможность, хочу показать вам растения. Толкучек нету. Можно все хорошо, красиво рассмотреть. Смотрите, какие красивые. Стюартинка под 8 номером. Вот 8 номер. Вот стюартинки по 20 евро, ребят. Растюшки отличные. Листики вы видите простые, обычные. Единственное, только в краб молодой листик. Фотография и на выбор сразу растения. Очень интересно. И цветущие. Посмотрите на вот эту красоту. Четвертый номер и растения на выбор здесь. Цены вы видите, порядка 20 евро. Как хорошо под вечер. Так, ребята, выглядит продажа орхидей. Я быстренько пройдусь. Лаки. Германия. Выставка впечатляет. Количество растений очень тоже впечатляет. Победитель 18 года стоит 200 евро. И победитель 17 года 150 евро. Какой высоченный цветонос. Растения отличные. Заодно просмотрите цены. Смотрите, лабукинсис 25 евро. Цветущие котли.
Tenemos una caja de garrafa en el 4. Показываю сразу в два ряда. Выбор растений большой. French Fox. Очень мне нравится эта котлея. Дендрики по 20 евро. Морковочки. Морковочки тоже по 20 евро. Цветоносиком, есть без, есть с молодыми ростами, Тайвань, Голд, Оранж. Отличное растение, хорошие такие моркови. Ну и цветущие шиллерианки. Хозяин победителя башмачка 2017 года. Мы с ним фотку делали с Катериной. Я еще здесь сама даже не ходила, ничего не смотрела. Планируем еще завтра прийти. Я думаю, что вы понимаете, показать вам все сразу практически нереально, ребят. Буду стараться идти медленнее, чтобы вам показать всю эту красоту. Стюартинки. Вот это интересная тоже растюха. Расцветочка такая. Это даже не одна сторона.
Некоторых растений уже, вы видите, нету, просто раскупили. Еще хочу показать вам один хизис. Про него потом отдельно видео сниму. Огромнейший. В общем, весь вот этот большой зал, и свободного места здесь нету. Все заставлено растениями. Есть кактусы. В общем, выбор большой.